при сталинском режиме в разные годы были депортированы, как вы знаете, целые народы, 800 тысяч немцев, 102 тысячи поляков, 550 тысяч представителей народов Северного Кавказа и около 100 тысяч корейских семей из Дальнего Востока. Их выгружали прямо из вагонов, в которых возили скот, в голые степи, в деревнях, без ничего, маленькими сумками, мешками в руках. В то же время здесь жили, в этой степи, только казахи, поэтому только они могли их принимать. И в деревнях, и в городах, и так далее. И казахские семьи, сами находившиеся, представьте себе, во время войны, после войны, в крайней нужде, принимали их в свои саманные дома. Я это рассказываю не потому, что историю знаю. Наша семья, жившая в саманном двухкомнатном хате, по 10 квадратных метров каждая комната, приняла семью с тремя детьми. Я всегда вспоминаю, как они все в кучу собрались в углу маленькой нашей комнаты. И всех боялись, сжавшись друг к другу сидели, оборванные, голодные, обросшие. И прожили они в нашей семье, начали работать, потом отделились. Конечно, всю жизнь остались благодарными. Я с их детьми дружил до тех пор, пока они были живы. Казахский народ совершил настоящий подвиг. Сколько семей было спасено от голода и холода благодаря душевной доброте и гостеприимству казахов, не берется подсчитать никто. Они делились последним, не требуя при этом абсолютно ничего взамен. Но султан Назарбаев сегодня предложил учредить День благодарности всех этносов друг к другу и особенно к казахам. Этот праздник еще больше объединит наш многонациональный народ. Ни одна страна в мире, ни один народ не испытал на своей судьбе такой излом, своей демографической ситуации и не стоял перед пропастью полного исчезновения, как казахский народ. Мы выжили, смогли сплотиться как нация. Мы не ужесточились, не озлобились, никогда никого не обвиняли в превратностях жестокой трагедии 20 века. Мы выстояли, помогли всем невинным жертвам сталинизма. Мы добились своей независимости мирным путем, объединив вокруг себя все этносы и конфессии. И сегодня мы идем вперед на основе толерантности, согласия, веры друг к другу. Низкий поклон нашему мужественному народу, сделавшему это. Күлім, күлім, күлімге көп аунаймын, көп күлім. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, қазағымнан алақан ау деп білем. Қайда өрсен атам екен көкейіңде жата декен күннің өзі ұясына қимай онай бата декен жасын жайлау күпті күлем күп күлем күп күлемге күп аунаймын күп күлем күннің нұрын айдың әппақ сәулесі қазағыма махаббат ау деп білем қайда өрсең атам екен көкейіңде жатады екен күннің өзі ұясына қимай онау батады Күлем, күп күлем, күп күлемде күп аунаймын, күп күлем. Асқар тауын аспанаммен
таласта, тазарымнан мәртебе сал деп білем. Қайдан әрі